Блиц на ходу. Любимый фильм вашего друга. Какие могут быть ожидания занять наиболее высокое место? У нас нету, как называется-то? Сплоченность? Что такое говорите? У нас нет разделения. Капитан и все остальные семь никто. Каждый, если что-то хочет сказать, промотивировать, подсказать, где-то исправить, то каждый готов это сделать, помочь. Поэтому мы одна команда и все капитаны. Сегодня план такой, значит, сначала собираем воду, потом ее моем, потом на воду тренируемся. Моем обязательно. Нет, я отвечу. Что? Короче, снова едем за свой счет. Полетел, где деньги? Где деньги полетел? Потому что... Скажите, СГЛ, студенческая грибная лига, это дорого? Да. Это тебе надо. Мне тебе очень надо, надо. Нам не надо. Отпуск. Какую роль вы играете в организации команды? Настраиваете ли вы команду? Вы же все-таки капитан. Какая ваша роль? Проводится собрание. На собрании говорится план на гонки. Мотивация. Чтобы не было разлада в команде, даже если он есть, я пытаюсь предотвратить это и схватить команду. Мы в эфире, мы приехали. Новый город, старый город, Москва. Похорошела Москва при Собянине. У вас есть девушка? Нет. Сколько? Надо задавать провокационные вопросы, понимаешь? Все очень просто и легко. Ну это мы вырежем, не будем сказать. Почему нет? Мы только это и оставим. Едем восьмером. За грибной Даниил уехал почему-то раньше. Ну и ладно. Последний книг, который вы прочитали. Хочу и буду.
не очень сильно получилось у нас выспаться. Не знаю, как у остальных, но я думаю, что многим плохо спалось. Все-таки вот это вот предвкушение соревнований, адреналинчик. Провокационные вопросы. Вам кто-то не нравится, какая-то команда в СГЛ, может быть, назовите ее. Мне нравятся все команды. Я короче быть половина. А я-то могу, смогу сделать. Раз, два, семь. Наш поезд прибывает на станцию. Ровный бег моей судьбы. Ночь печаль и плеск души. Лунный свет и майский дождь в небесах. Долгий век моей звезды, сонный блеск земной росы, громкий смех и райский мед в небесах.